мы изобрели роборуку, держи, который собирает марсианские яблоки. Марсианские яблоки синего цвета. Так, а что сделали мы в этой роборуке, чтобы она отличала синие яблоки от яблок другого цвета? Покажи мне. Ну, здесь есть такой датчик, определяющий цвет. Отлично. Она будет так работать. Вот. Федор, ты, наверное, его запрограммировал. Давай покажешь мне программу, которую ты написал, и расскажешь, что в ней и для чего. Вот я вижу, вот это, да, программа у тебя? Да. Вот первый блок, самый верхний, что он делает? Ну, когда нажато, вот это колесо, вот это колесо. Так, дальше. Что будет проверяться? Что у нас тут дальше идет? Если синий цвет... То есть у нас идет условие, это называется, да? Да? А где проверяется синий цвет? Покажи мне в программе. Ну, ткни прям пальцем, где вот в программе. Вот, синий цвет, да? Да. А как тут поменять? Покажи мне, как поменять, чтобы проверялся красный, например, цвет? Вот сюда нажимаем. Ага, понял. Дальше, после этого, если цвет синий, то что делает программа? То, что запрограммировано? То запускается против часовой. Так, кто запускается против часовой? Роборука. А кто отвечает за запуск против часовой? Вот это, что у нас за деталь такая? Называется кутик. Двигатель. Да, против часовой, но да. Иначе, да? Если цвет не синий перед роборукой, да, что происходит? Тогда он издает звук колокольчика. Давай запусти программу. Так, запусти программу, Федор, и покажи, как она работает. Запусти, пожалуйста. Ну, нажми еще раз старт. Бери мышку, нажимай на старт. Подожди, нажми сначала на старт программы. Да, да. Да, молодец. Все, теперь показывай. Вот возьми, подними роборуку, чтобы она смотрела на меня, Федор. Так, вот сейчас синего цвета, я как понимаю, около датчика нету. Что будет, если ты нажмешь на кнопку? Сработает ли рука? Не сработает, просто будет звук колокольчика, да? Говорящий о том, что у нас не сработано. А теперь покажи, вот представь, что это яблоко синего цвета. Давай к датчику поднесем синий цвет. К датчику поднеси синий цвет и наведи его на помпон. Вот так обхвати его. Обхвати помпон вот так вот, да? Все, синий нажал, поднесем. О, сработало, да? Держи, поднимай. Так, давай, еще раз поднеси, давай. Поднеси и нажми, и держи, поднеси. Так, вот она. Вот, ну, хватает, да, во всяком случае. Покажи, поднеси просто синий цвет к датчику и покажи, как он срабатывает, чтобы было видно, что рука срабатывает. Вот, сработало, да? И теперь она, отпусти. И теперь она яблоко не отпускает, да? Рука не открывается. А когда рука откроется? При каком условии, а? Там, сейчас. Вернемся, да. Да. Вот. Когда опущено... Так. Когда опущено вот, то есть вот это колесо... Так. Тогда, если только... Так. Если только перед датчиком... датчиком есть зеленый цвет, только тогда оно отпускает. Давай, покажи мне, как это работает. А если не работает, он издает... звук козы, да? Да. Ну-ка давай, нажми и отпусти кнопку без зеленого. И мы услышим, наверное, козу, давай, поднимай. Вот, да, коза. А теперь давай поднеси зеленый. Возьми руку, поднеси зеленый к датчику. Так, и отпусти кнопку. Вот ты отпустил кнопку, и рука открылась, так? Поднеси еще теперь по-быстрому синий поднеси. Так, вот, рука закрылась, так, и не открывается, поднеси зеленый, так, поднеси зеленый, рука раскрылась, молодец, Федор, молодец. Ну что, тебе понравилось сегодняшнее занятие? А? Что еще раз? Колесики. Какие колесики? Чтобы оно ездило. А, колесики мы на следующем добавим. Да, пока не будем, мы оставим, и тогда уже продолжим в следующем. Тебе как, занятие, Федор, понравилось вот это? Было интересно? А? Кстати, так. Если что, вот если, например, зеленый, так, ты нажимаешь, так, колокольчик работает, потому что не синий цвет. Правильно, молодец, все правильно. Все правильно, потому что не зеленый. Молодец. Федор, а тебе было сегодня интересное занятие? А если просто нажимать, да, тогда два сразу. Молодец, правильно. Скажи, Федор, тебе вообще Какого занятие понравилось? Да.
Интересно было, да? Да? Что тебе больше всего понравилось на занятии? Расскажи. Сбор руки? Отлично. Ну что, Федор, дай 5. Я тебя отпускаю с занятия. Отлично. Пока-пока, Федор.